Привет! Это подкаст в гостях у Алисы. А сегодня мы будем делать божью коровку. Божью коровку? Аппликацию будете делать? Угу. Давайте. А что-то у вас тут овечка какая-то стоит. Сама. Тоже помогать вам будет? Да. В доме Алиса обычно катается. А как эту овечку зовут у Алисы? Так овечку зовут? Мне кажется, она так разговаривает, эта овечка, а не так ее зовут. О, упала твоя овечка. Так, ну-ка, что там, покажи, Егор, что там получилось на этом. Это такой рисунок, вы туда будете делать аппликацию. Ну, давайте. Алиса, помогай Егору распаковывать элементы этой аппликации. Ну, что? Алис, овечку-то как зовут, ты мне скажи. Ну, это она так разговаривает, а зовут ее как? Quebec Mystery. Интересно ты, блин. Овечка Долли, наверное, да? Или нет? Или как? Утка. Утка. Ну ты придумала вообще. Утка. Ну это просто приколись. Егор, что там делает уже? А, Егор еще ничего не делает. Нет, я тут уже делаю. Листочки. А, уже что-то делает. Листочки, да? Так, вот сюда. Нет. И вот сюда. Где лампочки? Лампочки? Давай Егору элементы вот эти вот все распаковывай, чтобы он приклеивал, чтобы у него все готовые были. Так, сначала вот это. Сначала листики, как на картинке. Егор сначала листики клеит. О, а это что ты? Смотри, Егор, она уже отклеила прям это. Возьми, чтобы не сломалось. Потом... Алис, ты нам песенку будешь петь? Да. Ну-ка. Про пальчики. Сивая, сивая, а пальчик сначала. Мама фингер. А? Мама фингер, мама фингер. Сивая, сивая. How do you do? Молодец. А потом. Папа фингер, папа фингер. Сивая, сивая. How do you do? How do you do? А потом. Браза фингер. Сивая. How do you do? А потом sister finger. Сивая. Сивая. How do you do? How do you do? И теперь baby finger. Сивая. Сивая. How do you do? А давай переведем. Сначала мама пальчик, где ты есть, да? Да. Потом папа пальчик, папа пальчик. Вот он я. Да? Вот он я. Или как? Или как переводится? Не знаю. Вот он я, вот он я. Как дела? Да, Алиса? Тебе нравится эта песенка? Тебе мультики нравятся с этой песенкой, да, Алиса? Да, и мне нравится мультик еще Hello Kitty. Hello Kitty, тебе еще мультик нравится? Да. Ну, здорово. Так, а что там у Егора получается? Что-то мы про Егора забыли, про аппликацию? А вот это, Алиса, слушай. А вот это как-то в другую сторону почему-то хочет приклеиться. Ну, я не знаю. Она не хочет, это она попала. А вот, тут же еще одна есть, с другой стороны. Я сама. А тогда вот это тогда зачем? Это что, получается лишнее? Не знаю, смотри. Вы же делаете аппликацию. Ну, это нет, ладно, там сами на как это нет? Что? Ну, например, как в той аппликации про сайт, там было синее осталось, помнишь? Все там есть. Я уже вижу даже, куда ее нужно приклеить. Вот это тут сюда. Как, Алиса, аппликация называется? Божья коровка. Божья коровка. Да, я смотрела Катю. У Кати тоже была божья коровка. Тоже была божья коровка? Да, но у Кати была с арбизами. С арбизами? Да. Угу. И с путнами. Так вот. Кстати, что тут у нас дальше теперь? Тело бушей коробки. Или постойте. Вот. Парнечка, вот, тело. Тебе Алиса тело дает божьей коробки. Тело. Одно. Вот. Ну, вот это. Это Алиса Егору нужно будет.
Готово? Да, и лампочки. И вот эти ложки, вот эти потом надо отцеплять. Да? Ну, отцепляй, чтобы они уже отцепленные были. Вот. Так. Что это ты, Алиса, отцепила? Уже ложки. Ложки? Ложки куда вот сюда? Или нет? Нет, тут что-то этот. Вот это тоже чья. Это что такое? Чья. Что это такое? Это крылышки такие. Ну, отцепляй крылышки. Егор будет их делать. Так, просто черные ложки. Теперь крылышки. А, посмотри-ка. Крылышки. Постой, дай сними тут два глазика. Я сама? Да, нет, Алиса, ты не поймешь, какие нужны. Так. У тебя овечка куда-то смотрит. Куда она смотрит, овечка? На тебя. Куда овечка смотрит, Алиса? На вас. На нас? Да. Овечка, привет. Все. Как дела у тебя? Очень хорошо. Это овечка отвечает? Нет. Или Егор? Овечка. Овечка? Привет всем. Это все у меня. Да? Ты напомни, как овечку зовут? Ой, какое имя прикольное у овечки. Да, она как утка бывает. Ну как овечка может быть как утка, Алиса? Ну потому. Ну как это потому? Так, что там Егор делает? Крылышки? И точки потом надо. И точки, ну давай точки доставай. Так, вот это вот сюда? Нет, или оно больше? Все? Что Алиса делает? Да, все. Егор на крылышки их будет цеплять. Все, все подоставала? Да. Так, приклеиваем. Наверное, сначала нужно было крылышки приклеить, а потом глазки, потому что ты крылышками глазки сейчас заклеишь. Все, Алиса, ты все, да, подклеивала? Да. Ну, молодец. Ну, вот еще вот эти вот синие, это рога у жука, наверное, да? Тоже отклеивай их. Нет, от божьей коровки. Ну, от божьей коровки, да? Божья коровка, это что же? А, я понял, куда вот это надо клеить. Или... Наконец-то. Вот сюда? Егор понял. Нет. Тут ли? Это где нет тут? Ля-ля-ля. Вот сюда. О, да. Вот это я. Так. Подожди, Алиса, не надо. Сейчас Егор, когда будет делать, он отклеит. И вот это получается... А я буду вторую. Я буду сама вот эту отклеивать. Ну, отклею. Да. И вот сама вот эту вот первую... Не получилось? Нет, я вот сама вот эту отклею. Ну, у тебя не получается, Егор быстрее отклеит. Я вот сама вот эту наклеивать. А, хочу. Сама точечки будешь наклеивать? Ну ладно, хорошо. Ну, точки тут может уже как хочешь. Ну, главное, что не... Ты знаешь, как у божьей коровки точечки на крылышках наклеены, да, Алиса? Нарисованы. Да, тут есть... Я вот это буду наклеивать сама. Не, ну это аккуратненько надо. Не могу тоже. Не можешь тоже? Да, ну, Егора попроси, Егор сделает. Папа, нянечка, ты мне помоги отклеить кружочки. Сейчас, нянь, тебе их поможет отклеить, Алиса. Так. А еще синее, это что такое осталось? Это у него крылышки. Такие, сейчас я ему еще крылышки вот эти вот... Ну, ну и крылышки эти, как у него там называются эти? Получилось! Штучки, вот эти вот. Mm-hmm. Получилось! Получилось? Ну, давай, наклеивай на крылышко, куда хочешь. На вот это? Да, на любое. Вот так, молодец. Теперь еще. Бери все точечки, сама наклеивай. Я сама буду все наклеивать. Вот, уже есть. О, молодец. Егор, ты смотри по картинке, как эти голубые элементы лежат под крылышками. Они как раз крылышки касаются по стороне. Вот так вот, да.
Да, так, Алиса, на крылышко, а не на голову жуку. Это не жук. Ну, божья коровка. Молодцы. А, у Алисы получилось отклеить, да? Давай теперь на это крылышко. Ой, как близко. И последний остается. А, нет, еще голубой один элемент под крылышко, и все. И Кити. Ну, Кити, мы, может, то, что завтра сделаем, я не знаю. Мы не сделаем с Кити фигню какую-то. Фигню? Фигню какую-то? Да, мы не сделаем фигню Кити. Почему? Вы красивую Кити сделаете. Ну, она говорит, что мы с нее фигню не сделаем. А, нет. Конечно, вы красивую картинку сделаете из Hello Kitty. Вот Алиса какие точечки поставила. Молодец. Так, ну точки, может, это раздвинуть их? Ну, раздвинь чуть-чуть. Все, лишний мусор убираем. Да, Алиса? И показываем, что у нас получилось. Я сама показываю. Ну, давай, показывай сама. Ну-ка, показывай. Какая божья коровка получилась? Ой, какая замечательная получилась божья коровка. Алиса с Егором сделали. Да, вот что мы сделали. Молодцы. Очень красивая картинка получилась. Ну что, всем говорим пока-пока. Пока-пока. Вы были на канале в гостях. У Алисы и Егора. Всем пока-пока. Подписывайтесь на наш канал.